Я в шоке от родителей. Вот девчонка, года 3, вон. И вот этот ее брат, который сейчас стоял, ему лет 9. Родители оставили ее в бассейне, ну, для малышей. И уперли, уже их нет минут 10. Они ее даже не предупредили, что они уходят. Только они ушли, она стала искать маму. Сразу понеслась куда-то. Хорошо, что брат еще побежал за ней. Уже на какое-то время он ее потерял. Короче, вернул обратно, а потом потерял. Сейчас опять она куда-то понеслась. А этих все нету. Я в шоке вообще. Как так можно? Уперли и все. На ребенка 9 лет оставили. Или сколько ему? Может, 7. Там разница не играет. Хоть 15. Офигеть вообще. И ладно, как бы, одна бы мать была, она пошла что-то покупать. Вдвоем родители. Зачем вдвоем-то уходить? Вон одна носится. Упала, долбанулась головой. Все. Офигеть. Как будто не их ребенок, а приемный. И тут у этого бассейна я не вижу надзирателей. Обычно же сидят, а тут нету. Тут не знаю почему. Оно просто, видимо, в другом конце, здесь нету. Ну, она одна ползает. Уже не знаю, минут 15 прошло, как их нету. Уперли и все. Пойди бухать куда-то пошли. Жесть.